Сестра в коме, братик в доме. Сына Высоцкого и Кончаловского заперли из-за трагедии с Машей. Авария во Франции ужасно сказалась на жизни 16-летнего Петра. 6 лет назад у четы Кончаловской и Высоцкой случилась трагедия. Они с дочкой Марией попали в автомобильную аварию под Марселем, Франции. Юлия и Андрей отделались царапинами, а вот дочь оказалась в коме. Этот инцидент стал страшным ударом для звездной семьи. Они долгое время отходили от произошедшего и практически никак это не комментировали. Многие считают, что трагедия наложила отпечаток на жизнь их младшего сына Петра. 16-летний брат Маши практически не появляется на публике. Увидеть его на светской тусовке можно только в присутствии родителей. И то крайне редко. Не будет преувеличением сказать, что каждый его выход производит фурор в СМИ. Все-таки Петр очень статный молодой человек. Но его ни разу не замечали с девушкой. А для нынешнего 16-летнего юноши такое нонсенс. Помимо того, что Кончаловский практически не выпускает сына из дома, мать контролирует каждое его действие в сети. Юлия призналась, что следит за аккаунтами Пети с фейковой страницы, чтобы знать, с кем он общается. Судя по всему, из-за комы дочери звездные родители стараются уберечь сына от всех опасностей в мире. Их можно понять, любовь Кончаловского к скорости привела к страшному горю. Вот они и заперли Петра в четырех стенах. Воистину, чувство вины порой способно толкать на ужасные поступки.